В Приморской государственной картинной галерее открылись сразу две экспозиции, посвященные культуре и искусству народов Якутии. Неразрывная связь Республики Саха с Приморским краем уходит корнями в начало 20 века. Со временем связь превратилась в тесное партнерство. В 2013 году между регионами было подписано соглашение о сотрудничестве в разных областях, в том числе и культурной. Я благодарю всех, кто был причастен к этому проекту, потому что нам удалось все сделать, нам удалось решить все вопросы, которые стояли в обеспечении безопасности этих выставок. И я очень надеюсь, что наши жители, приморские жители, гости города Владивостока, которых сейчас немало и еще будет больше, так как все мы знаем, что скоро пройдет в Владивостоке Восточно-экономический форум, и две эти выставки, они заявлены в культурную программу Восточно-экономического форума, откроют для себя все богатство Якутии. Самые заметные экспонаты выставки в ауре космоса современное изобразительное искусство Якутии – это национальные костюмы, выполненные для съемок якутского кино. Один из них – костюм якутской невесты 17 века. А картины художников раскрывают тему национального быта и праздников. Некоторые работы еще не видели даже в Якутии. Например, картину «Поэт и муза» с изображением известного Семена Руфова и его супруги. Тем самым мы показываем, что в нынешнее время мы все-таки больше должны узнавать друг друга, больше должны откликаться, больше должны как-то взаимопроникновение, чтобы у нас было, да, чтобы многие друг друга знали. И думаю, что этот проект, конечно, самое главное, понравится жителям и гостям города Владивостока. А в зале-сейфе проходит выставка «Сокровищница Якутии. Якутск-Владивосток-2022». Здесь можно увидеть драгоценные камни, золотые самородки, уникальные работы древних мастеров и именные алмазы. Самый большой из них – имени академика Андрея Сахарова. По мере добычи добывающее предприятие обосновало такую традицию, что редким крупным кристаллам алмазов присваивают имена. Вот, например, академик Сахаров. Это самый крупный алмаз в нашей коллекции сокровищницы. И кроме этого, вот, например, здесь представлены алмазы с рисунками. Это термохимический способ обработки алмаза, открытие ученых Якутского института геологии. Этим методом можно сейчас на поверхности алмаза можно нанести любую надпись, любой рисунок, вплоть до того, что вырезать любую фигуру. Выставки в ауре космоса современное изобразительное искусство Якутии – уникальная возможность знакомства с материальной и духовной культурой якутов. А сокровищница Якутии Якутск-Владивосток-2022 впечатляет своими масштабами и игрой света. Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на Восьмом.